Каждый год в нашей стране от болезни кровообращения умирает 49% россиян. Инсульты и инфаркты помолодели и стали привычным диагнозом. Только вдумайтесь в эту цифру. 49% смертей в год приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы. И все чаще это люди трудоспособного возраста. Просто статистика, просто цифры. Но за каждой цифрой стоит личная трагедия конкретной семьи. Почему, как казалось бы, с таким современным набором клинико-диагностических и лабораторных исследований, с изобретением новых технологий и лекарственных форм, здоровье россиян продолжает катастрофически ухудшаться? По статистике, от старости в год умирает 2% россиян. Пора задуматься, кто и почему охраняет от нас наше здоровье? Почему на фоне нашей с вами грамотности у нас отсутствует мотивация к сохранению и укреплению здоровья? Кому выгодно, чтобы мы были хронически больными и оставались в пожизненном рабстве у фарминдустрии? Думаю, на эти вопросы вы знаете ответ сами. Меня зовут Макогонова Елена, мне 44 года, и я являюсь сертифицированным мастером-тренером Академии Голкиса по методике «Исцеляющий импульс» или «Все об активном долголетии». А также являюсь кандидатом в депутаты по законодательному собранию Новосибирской области от партии «Новые люди». Что я могу сделать для вас, как тренер и как кандидат, здесь и сейчас в направлении улучшения качества здоровья, не обладая политическим весом, нужными связями и государственной поддержкой? У меня есть практический опыт и знания, позволяющие мне и участникам моих курсов оставаться в активном долголетии, минимизируя походы в поликлиники и аптеки. А сохраненные благодаря этому денежные средства использовать и распределять на свои цели и свои мечты. Я не жду результатов голосования 13 сентября. Я действую здесь и сейчас и предлагаю вам присоединиться к безоплатному онлайн-проекту «Здоровье как норма», где в прямом эфире я буду давать оздоровительную гимнастику по авторской методике, положительный эффект от которой вы почувствуете в моменте. Повышение энергии без химических энергетиков. Снижение веса за счет мощного лимфодренажного эффекта. Улучшение качества сердечно-сосудистой системы и легочного потенциала без бега и нагрузки на суставы. Подробнее читайте в описании к видео. Как сказал выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов, будущее за профилактической медициной. Давайте будущее активного долголетия созидать вместе.